Этот парень пришел на созвездие талантов, чтобы прославить свой край. Здравствуйте, я Дмитрий Цветков. Талант Дмитрия в его голосе. Приблизительно 4 года назад парень увлекся музыкой. Для начала освоил аккордеон, а потом и запел. В репертуаре Дмитрия в основном песни на украинском языке. Я раньше жил не здесь, я жил там, где разговаривают по-украински. И я там пел все время по-украински. С переездом в наш регион репертуар Дмитрия пополнился и русскими композициями. Но язык в случае с Дмитрием не главное. В каждую песню он вкладывает душу. Через свою песню он намагается передать свои стосунки с однолітками, с одноклассниками, с другими людьми, какие-то почуття свои, переживания. Взагалі, цей хлопчик дуже хороший та старанний. Своєю піснею виражає всі свої почуття і всі свої переживання. Його пісня тепла, ніжна, вона нібито л'ється. І я вважаю, що це саме ті почуття, яких не вистачає людям у повсякденному житті. В родном поселке Диму узнають не только по голосу. Парень организовывает досуг молодежи. Местных мальчишек и девчонок он приобщает к музыке в качестве диджея. Там у нас дискотека есть, и туда мы с другом ходим, там через компьютер просто музыку крутим, и все. Свободное от учебы и обязанностей время Дима любит пошалить. Среди увлечений нашего героя – виртуальная борьба. Дима выбирает компьютерные игры, где нужно кого-то спасать, искать верный путь, играть в команде. Такой Дима чем-то похож на реального. Мы любим ходить почти по всей Яновке. Потом, если лето, то там можно погулять где-нибудь в футбол, ну или, конечно, какие-то другие игры. Пока мы слушали одноклассника Димы, парень написал на доске «Хочу победить». Он мечтает о большой сцене. Друзья, в свою очередь, пророчат Диме большое будущее и всячески стараются поддержать парня. У меня, вот я же говорю, есть много друзей. С одними я, например, играю в футбол, с другими играю в шахматы. И мне нравится один друг. Он очень хорошо поет. Мне нравится, как он исполняет песни. Он когда поет, мне тоже хочется петь, но у меня так не получается. Дмитрий Цветков пришел на проект «Созвездие талантов», чтобы покорить вас своим голосом.